Сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом. 15 лет назад на торжественной линейке, посвященной 1 сентября в Бесланской школе, террористы захватили детей, их родителей и учителей. Они продержали невинных людей 3 дня, пока не прогремел взрыв, унесший сотни жизней. О той трагедии помнят до сих пор. Сегодня серпуховичи почтили память погибших и пострадавших. День памяти невозможно не начать с минуты молчания. Более 1000 заложников, порядка 300 убитых, в том числе и дети. Траурные акции, посвященные трагедии в Беслане, проходят по всей стране. В парке Олега Степанова о тех страшных событиях вспоминали первокурсники медицинского колледжа. Белые шары, запущенные в небо, как символ скорби, а также веры, что такие ужасные потрясения больше никогда не повторятся. Об этой трагедии нужно помнить, чтобы она не повторилась вновь. Чтобы не было в мире терроризма, для того, чтобы не погибали дети. Ну и мы должны помнить об истории, чтобы не допустить повторения подобных трагедий. Когда начался захват, я поняла все, что все, жизнь закончена, что я уже не увижу своих близких, не увижу своих родителей. Я даже рассказывала, что я писала письмо, что я прощалась. Это кадры кинокартины «Беслан. Память» режиссера Вадима Цаликова. В кинотеатре Дворца культуры России на протяжении 3 дней фильм будут показывать студентам средних профессиональных учебных заведений. Герои картины – выжившие люди, прошедшие через сентябрьские испытания 2004-го. Свой символ памяти бумажные кораблики запустили в Нару получатели социальных услуг Дома ветеранов. Как послание будущему поколению, пенсионеры записали фразы, посвященные миру на земле. Мы должны вечно помнить их и бороться за то, чтобы это не повторилось никогда. И хотя многие из современных детей не знают подробностей сентябрьских событий, преподаватели стараются осветить и эту страшную историю нашей страны. Например, в детской художественной школе состоялся конкурс рисунка на асфальте «Пусть всегда будет солнце», приуроченный также Беслану. С одной жестокой трагедии прошло уже 15 лет, но в каждом городе, поселке или деревне нашей страны не забывают всех тех, кто стал жертвами террористов. А 3 сентября неоднократно можно увидеть в небе белые шары, как символ памяти и скорби.